Проведение молодежного музычного фестиваля «Христос сирот нас» уже стало доброй традицией. Пятый год запор мероприемство ладится на территории монастырского подворка Свято-Никольского мужчинского монастыра у вёсце Тируха Гомельского района. Удел в фестивале принимают представники православных молодежных братств из разных кутков Гомельщины, а так само усе жадающие проявить себе и свои творчие умения. Все лето, каб выйти на головную сцену индивидуальным выконавцам и коллективам, треба было пройти попередний конкурсный отбор. Однако, как признаются удельники и организаторы фестивалю, его творчая складающая далеко не самое важное. Основной задачей подобного фестиваля – это именно общение людей. Есть люди из Гомельской области, из Светлогорска, из Рогачева, из Речицы, вот, многие из Гомеля. Да, некоторые знают друг друга, некоторые знакомятся именно вот здесь. Вот, ну, в целом это люди различных храмов, различных приходов, которые в том числе и здесь могут между собой пообщаться. Акрамя творчих выступлений, предугледжано так само проведение мероприемства, где закранаются духовные питания. До прикладу сустреча со святаром на тему, что значит быть христианином у наши дни. Подчас ее было выказано немало цікавых думок и пунктов гледжения. Присутные отримали отказы на все питания, якія их цікавили. Сустреча была информационно насыщенной и разом с тем вельми теплой и душевной, як зрешты и сам фестиваль. Тут добрая обстановка. За счет этого люди друг друга располагают, новые знакомства, новые беседы, какие-то новые знания. Ну, просто вообще приятное времяпровождение. Замечательная возможность пообщаться с православными ребятами. Люди, которые с тобой мыслят в одном направлении, всегда разностороннее общение. У программе фестивалю так само цікавые спортивно-забавляльные и гульнявые пляцовки. Причем как для детей, так и для дорослых. Представники военно-патриотичного клуба «Гонор» пропоновали присутным показальную программу, а так само шерах активных конкурсов и викторин. У целом фестиваль объединял представников самых разных узростов, покинувшую их при этом выключно становшие эмоции и уражени. Получила море удовольствия, все нравится, как православная молодежь проводит время, и я думаю, что буду приезжать, если позволю. Зовут еще раз, да. Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».